Праздник сегодня мы отмечаем, чаем вкусным угощаем, свечи на столах зажигаем. Свечи, приятная компания, угощение и интересная программа. Что еще нужно для отличного вечера? Тем более в такой необычный праздник. 17 октября – это день посиделок при свечах. В Градском дворце культуры Красноармейска такое событие отметили душевными посиделками. Подопечные семейного центра помощи семье и детям Пушкинский приняли участие в квизе на тему фольклора. Мы открываем двери в мир фольклора и старины. Это нужно для того, чтобы наши дети все-таки помнили и чтили традиции русского народа. Праздники, обряды, знали, как отдыхали их предки. Ну и самое главное, это познавательно и интересно вместе с мамами поучаствовать в квизе. Вспоминали забытые слова, предметы быта, угадывали персонажей русских народных сказок. 10 семей приняли участие, их разделили на команды. Нотка современности все же проскользнула. Участники пытались узнать пословицы по эмоджи. А вы сможете отгадать, что здесь зашифровано? Мы видим гусь, свинья, крест какой-то, да, что-то, стоп, нет. Очень известная пословица. Такие встречи в ГДК проходят каждый месяц. Для подопечных семейного центра устраивают патриотические мероприятия, лекции, готовят развлекательные программы. Так дети могут интересно и весело провести время со своими родителями. В чем суть взаимодействия детей с родителями, да, встречи, да? Научить комфортно, правильно, воспитанно, вот скажем так, упрощенно общаться со своими детьми, видеть ребенка, понимать его, да, его интересы, раскрытие его талантов и вообще взаимодействовать в другой сфере, вне дома. За каждый правильный ответ давали баранки. Самым догадливым – титул победителя. А подарки от семейного центра получили все в этот день. Мария Лихобабенко, Никита Марковненков, Яков Глейзер. Новости Большого округа.